Приветствую каждого игрока, толщина статиста на моем канале, с вами Зав, и как вы понимаете, мистические контейнеры у нас опять не обновились. Третий день подряд не обновляют мистические контейнеры. Некоторые ребята уже начинают сдаваться, уже думают, что их никогда не обновят, и у них уже накоплено энное количество контейнеров третьего уровня на МБТБ. Я знаю просто некоторых ребят, которые копят на МБТБ. И то, что не обновляют мистики, их максимально удручает. Ну и удручает, конечно, это лудоманов, которые очень хотят что-нибудь пооткрывать. Когда мистиков нет, вот эти предложения выглядят, ну, не очень вкусно. Видимо, разработчики хотят, чтобы мы побольше вот таких вот предложений купили. Но я что предлагаю вам сделать? Я предлагаю вам ждать. Ждать, потому что вот это предложение вы сможете его купить уже ближе к 13 декабря. Если что, мистики и сам МБТБ, по идее, могут обновляться до 13 декабря. Иначе зачем разработчики МБТБ будут держать до 13? Соответственно, ждите. Еще 18 всего лишь ноября. Соответственно, у вас еще почти месяц. Почти месяц. Так что я думаю, что мистики еще обновят. Но, чтобы не терять время, у нас есть немножко другая лудоманская забава на сегодня. Она заключается в том, чтобы пооткрывать контейнеры, ну точнее ящики. Ящики черные. Новые, обновленные, золотые, черные ящики. Черные ящики покупаются только за деньги, за рублики. Но эти черные ящики, вот это 20 штук, мне подарил подписчик. Отличный подписчик Артемий. Огромная ему благодарность за этот, в общем-то, ролик, за то, что он существует. И есть возможность, наконец-таки, испытать эти черные ящики и посмотреть, сколько золота они все-таки выдают. Как говорит, там, по-моему, Конор... Сейчас мы это проверим. Что-то он в этом духе говорит. Значит, сколько стоит 20 черных контейнеров? Первое, что мы должны узнать. 20 черных контейнеров можно купить за 2790 рублей. Вот я 9 контейнеров уже покупал. Кстати, по-моему, это Артемий меня просил купить эти 9 контейнеров. Вот. Теперь он мне подарил 20 штук. 2790 рублей. Зафиксировали эту сумму у себя в голове. Переходим в телегу. Для того, чтобы понять, сколько золота мы должны отбить за эти деньги. Находим в самом первом закрепленном сообщении градацию выгодности любых предложений по золоту. И для того, чтобы выйти на отличное предложение, нам нужно получить от 10 до 15 единиц золота, не 1000 золота, от 10 до 15 единиц золота за 1 рубль. А мы потратим 2790 рублей. Ну, чтобы вы сильно не напрягались, по 10 золота это будет 28 тысяч золота. То есть, минимально, к чему мы должны стремиться, это 28 тысяч золота. А вот получится столько золота или не получится, большой-большой вопрос. И мы, соответственно, сейчас это будем тестировать. Хорошо. А, надо запомнить, сколько у меня золота было, да. 262 673. Я, наверное, даже калькулятор использую для этих целей. 262 673. Все, сумму мы зафиксировали. Теперь точно зафиксировали, теперь вам все хорошо видно. Ну и давайте потихонечку открывать. А да, еще, кстати, сегодня появилось предложение неистовая сила. Блин, танки, конечно, супер дешево, но танки ни о чемные. То есть Т-55А это, наверное, самая последняя по эффективности девятка среди премов и коллекционок. ЛЕКПЗ, ну, в принципе, более или менее играбельный, но он картонный. На нем будет сложно большинству игроков. Но у него фугасы прикольные. У него фугасы имеют пробитие 121 мм, это прилично. И у него еще и альфа 360 на этих фугасах, а это тоже очень неплохо. Получается весьма приятный урон. Но... нужно выцеливать, нужно искать противников, которых ты можешь пробить, и стрелять в них именно фугасами. Тоже дано не каждому. То есть тут надо и выживать, и стрелять. Сложно. ИС-2. Самый типичный ИС-подобный тяж. Ну вот просто типичнее некуда. Что-то танкует, иногда попадает, иногда не попадает. Деструктор, 400 альфы. Ну короче, такое. Пробитие не самое лучшее. В общем, само предложение по выгодности, вот именно за 10 тысяч золота, очень выгодное. А если говорить чисто про сами танки, ну нет, нет. Эти танки вам точно не нужны, вы, скорее всего, на них кататься не будете. Да и у многих эти танки уже есть. А теперь точно. 6 минут рассказывал тут какую-то билиберду к открытию ящиков. Погнали. 20 черных контейнеров.
И первый контейнер 800 золота, это хорошо. Это максималка. 800 золота это максималка для первого уровня. То есть все, что будет вот там около 500, это уже немножко грустно. Потому что 500 это минималочка. Пока что контейнера второго уровня мне не дают. То есть мы уже три ящика открыли и выдали вообще минималку. Минималка это неинтересно. Давай уже. Контейнер третьего уровня, редкость. Контейнер третьего уровня обычно с 5% шансом падает. То есть реально редко. Ого, так, черный ящик второго уровня. За 20 контейнеров при шансе в 20% я должен получить, ну, получается, где-то 2, 3, 4, 4, 4 контейнера, да? Правильно я понимаю? Да, каждый пятый ящик должен быть у меня со вторым уровнем. А третьих уровней я должен получить с 20 контейнеров, получается, одну штучку, да? Если я правильно все посчитал, 5% шанс. Но одну штучку третьего уровня мы получили, а вот вторых падает, ну, как-то мало. И по 500 золота, когда нам падает, ну, это как-то совсем ни о чем, честно говоря. Ну, давай, подкрути хоть немножко, ёлы-палы, ну, что за беспредел? Так неинтересно. 9 контейнеров осталось. Еще 3 второго уровня нужно, как минимум. Это минимум, минимум. А мы должны пройти вообще до 6-го до какого-нибудь, или до 10-го. Потому что мы не отобьемся, ребят, с 20 контейнеров, если это будут только первые уровни. Это 100%. Вот в этих контейнерах как бы зарыта вот эта загвоздка, что если тебе падает, то тогда все замечательно. Но если тебе вдруг не падает, то ты тогда прям в глубокой жопе. Третьего уровня, кстати, дали. Это тоже хорошо. То есть мы даже немножко обогнали 5% шанс. Еще третьего уровня, вот это мы теперь уже нормально так обогнали, 5% шанс. Нет, третьего уровня это даже лучше для нас, потому что второго уровня они бы нас только довели бы до третьего, а третьего это сразу уже приличное количество золота, может быть. Но падает вот как-то, не знаю, ну в среднем, наверное, по 700 и падает, более или менее. То есть там 800-очки несколько раз были. Мы еще не знаем, сколько у нас там золота получилось, последний ящик. Пятого ящика второго уровня мне, к сожалению, так и не дали. Но зато дали 3 третьих, поэтому я, в принципе, доволен. Давайте 4 вторых уровней попробуем открыть. Здесь у нас максималка золота 1500, минималка 700. То есть все, что будет от 1200 и выше падать, это нормально. А все, что ниже, ну, соответственно, мало. Проверяем, проверяем. 1200. 1250, окей, повезло. Давайте еще разочек. 700, вот это полностью не повезло, это максимально не повезло. 700, это минималка, самый низ. Шансы, кстати, везде одинаковые. То есть золото может выпасть абсолютно как угодно. Ой, пардон, это свободный опыт. Вот здесь вот золото. Золото может выпасть как угодно. 25% шанс на 1250, на 1000. Ну, то есть там 4 варианта всего. Давай, давай третьего уровня еще контейнер. Хотя бы. 700, опять минималка. Со второго уровня вообще ничего не падает. Просто жесть какая-то. 1500. Ну хотя бы 1500. Не, ну это очень уныло. Это прям максимально уныло. Такое дорогое удовольствие и так быстро заканчивается. Ладно, давайте посмотрим на ящики третьего уровня, которые мне выпали с первых уровней, не со вторых даже. Кошмар. Значит, тут 5% шанс на пятый и на четвертый 20%, это все по стандарту. И здесь может тоже с 25% шансом выпасть от 1000 до 1750. Но нам нужно метить, ну, 1500-1750, иначе это, опять-таки, минус. Давай, ну, контейнеры следующего уровня-то, ёлы-палы, мне золото с тебя не нужно, дай контейнер. Контейнер дай. Я не знаю, что тут можно сделать, ну, вообще не падает, просто не сыпется. У меня уже руки начинают трястись. Нет, ну вообще просто голяк. Ну дай хоть один-то четвертого уровня. Ну елы-палы, 20 контейнеров. Ну хотя бы один четвертого уровня. Посмотреть на него, облизнуться. Слава тебе, Господи. Есть один четвертого уровня. Надеюсь, мы на этом не закончим, конечно, но все-таки. Здесь уже от 1500 до 6000 золота. Это уже прилично. Но тут шанс 10%. И может выпасть как там 5500 условные, так и 1500. Поэтому, ну, такое спорное. Спорное. Ну, давайте посмотрим, насколько сильно мне повезет. Может, один контейнер так просто на удачу открыть. Давайте на удачу один контейнер. Аватар с теплом. Посмотрим, что мне даст аватар с теплом. 20% шанс, что я попаду выше.
Да ладно! До 6-го поднялись, ребята! Просто перепрыгнули сразу же. Но тут 1500 всего лишь выпало. 1500 это минималка. Минималка. Так что контейнер 4 уровня с одной стороны порадовал, а с другой стороны немножко меня огорчил. Но мы зато добрались до 6-го. То есть у нас есть реальный шанс дойти до 7-го уровня и даже до 8-го. Ну, 5% шанс прокнул, представляете? Значит, смотрите. 2500 это минималка здесь. 12,5 это топ. Мы должны получить от 6 и выше. Ну, то есть 7,5, 9, 10, 12,5. Вот это будет четко. Если мы получаем ниже, то это полный облом. Полный облом. Потому что, опять-таки, мы должны отбить, напомню вам, 28 тысяч золота. 12,5 очень сильно помогут отбить нам эти. Так, ну, на удачу надо открыть еще одну коробку, я считаю. Я не знаю, это работает, не работает. Аватар Цезарь. Цезарь был богатым. Цезарь богатый чувак, поэтому мне по-любому должно упасть много всего. Контейнер, контейнер, ну! Ай, нету! Две с... Да ты брось! 2,5! Минималку, боже! Не-не-не-не-не-не-не. Вот 2,5 это был удар ниже пояса. Это просто удар под дых. Я думал, там выбьет сейчас, ну, 1010 хотя бы. Нет, нет, нифига. Ладно, момент истины. Давайте проверять, насколько я удачлив. И у меня получилось 288 073 золота. Кто посчитает быстрее калькулятора, тот молодец. 288 073. 25400 золота. Практически отбился, но не отбился. То есть, понимаете, вот... Очень близко, и можно было переплюнуть эту цифру в легкую причем. Там было 12500 золота в шестом контейнере. То есть, если бы я получил хотя бы 10 тысяч, я бы был в 5000 плюса, да? Но мы получили, к сожалению, только 2500, даже больше, чем 5000. В 7500 плюса. И это было бы уже, ну, ближе к шикарному предложению. А так, ну, у нас, ну, такое, ну пойдет. Поэтому, ребят, обязательно, прежде чем покупать вот эти контейнеры, подумайте о том, что вы можете купить, ну, какой-нибудь другой наборчик, в котором действительно будет много золота. Черные ящики, вот эти, новые, они мне нравятся больше, гораздо больше, нежели те черные ящики, которые у нас были раньше. Раньше черные ящики давали прям, ну, совсем какие-то копейки на начальных этапах, ты вообще этого не чувствовал. Там по 100 золота, по 200 золота, по 300 золота, ну, так вот примерно с них сыпалось. Сейчас, сейчас они дают по 800 золота, ну, то есть там 700, 800, мы это часто ощущаем, и вроде как получается неплохо. Но назвать их какими-то прям супервыгодными, по сути, это вот для удачливых. Если вы удачливый, если у вас удача прокачана на максимум, если вы прям лакер из лакеров, то вы, может быть, дойдете до какого-нибудь приемлемого уровня. Вот я до 6-го дошел, но с 6-го я получил какую-то труху. Если бы я поднялся выше, там, 7-й, 8-й уровень, вот это была бы тема. Вот это была бы тема. А на 10-м уровне, можно получить сразу же 750 тысяч золота. Но дойти до 10-го уровня могут, ну, буквально единицы людей. Даже если вы скупите все эти контейнеры, вы все равно не факт, что дойдете до 10 уровня. Поэтому не надейтесь на это, не рассчитывайте. Просто думайте, что вы получите вот максимум там до 3-го, до 4-го этапа, и все. Вот 25 тысяч, в принципе, когда я покупал 9 контейнеров, я там тоже чуть-чуть не отбился. Буквально там тоже 2-3 тысячи, что ли, или что-то такое. Ну, то есть получается, что вроде как и неплохо, но могло бы быть и лучше. Как-то так. Зависит только от вашей удачи. Пишите, будете ли вы открывать черные ящики, как считаете, выгодны эта тема или нет. Ну и пока вы не ушли, я напомню, что у нас проходит розыгрыш. Розыгрыш в телеге. То есть, если вы еще не подписаны на телегу, можно подписаться не только для того, чтобы эту табличку смотреть, но еще и для того, чтобы участвовать в розыгрышах. Вот сейчас мы К-91 разыгрываем, и можно там еще какой-нибудь танчик 9 уровня, в принципе, выбрать. Ну, чармле не обещаю, но какие-нибудь нормальные машинки выбрать можно. Попробуйте поучаствовать, вдруг победите, вдруг заберете что-нибудь годное. Спасибо всем, спасибо, кто подписался на телегу, подписался на канал, лайкос прожал, вот тем, кто лайкос прожал, вообще респект, респектище. Ну и погнал я пилить для вас следующий ролик, а вы молодцы, что досмотрели до самого конца, всем пока.